Так, 14 марта. Мы находимся в офисе Арифлейм. Сейчас провели встречу с Юрием. Да. Юрий был уже раньше в сетевом маркетинге, не имел достаточно успешного опыта в тех компаниях, только потратил деньги, да, Юра? Да, правильно? Очень много денег. Да, много денег. Вот. Сейчас вот пообщались. Юр, скажи мне, пожалуйста, что вот тебе понравилось вот, в компании Арифлейм, в нашем предложении? Все, что мне сейчас нравится, это то, что я затратил свои прошлые деньги, но не затратил всю свою надежду. Я хочу идти дальше в Арифлейм и Бог помочь. Здорово. Вот. Коля, что ты скажешь? Вот это спонсор пригласил его, Коля. Я думаю, я нашел бриллиант. Да? Здорово. Дима, ты как спонсор вышестоящий, что скажешь? А мы с Юрием будем работать плотно. В плотном режиме будем делать все, чтобы Юрий стал для начала директором, потом бриллиантом, потом уже президентом. Спасибо Богу, что я вас нашел. Здорово.